Я и моя тень. Правила дорожного движения уже, оказывается, нарушают не только люди, но и машины. По крайней мере, так считают сотрудники ГИБДД. Они оштрафовали водителя за тень от его автомобиля. Вот фотография, которую сделала камера видеофиксации. На ней прекрасно видно, что машина двигается в своей полосе. Но всевидящее око посчитало, что тень является частью транспортного средства и зафиксировала пересечение сплошной. Водитель получил квитанцию со штрафом, но оплачивать ее он, конечно же, не стал и направил жалобу в ГИБДД. Кстати, такое нарушение считается достаточно серьезным. За пересечение сплошной водителю грозит штраф до 5000 или лишение прав на срок до 6 месяцев.